И еще раз мы Хоф Халукин, то есть пляж Халукин, сектор 13, команда лидер. Подкрадываемся незаметно. Скажешь, да, обалденный закат на Кеннерете. Хочу мешать. Привет. Передать привет всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Команда лидеры. Я к вам вас. А, вы маркируетесь? Нет, мы оставляем маркер на ночь. Сейчас на определенную дистанцию. На кормление. Алена. На вечернее кормление. Что сделать? Стоечку подмать. Хорошо. Сейчас. Бегом. Как все строго у них. Любуйтесь красотой нашего Кеннерета. Завидуйте, кто не здесь. Посмотрите, как у нас красиво. Тверью не видно. Скрыто облаками. Скорее всего, там идет дождь. Похоже, что на юге тоже идет дождь. А у нас пока... Привет, Андрюш. Голубое небо. И Андрей Лев. Голубое. Очень голубое. Ты в курсе, да, что зависит? Что с ним? Уехал. Я не в курсе, наверное, может, Кеша вдвоем. Работа, срочные дела, мы вдвоем убьем. А он вернется? Навряд ли. Навряд ли? Очень жаль. Как обычно. Он так хотел. Мешпухали. Не, я понимаю, что есть вещи, которые перевешивают, в общем-то. Даже... Работа, работа. Короче, я пивнуть и сигарет. Ты пришел. Ну, ты в прямом эфире. Да ладно. Да. Всем привет. Ну, пока там 6 человек смотрит, но как бы по-любому в записи это все тоже будет, поэтому тоже как у них красиво. Посмотрите. Красота просто не могу, Фрейд. Да и здесь у них какая красота. А, не, ну лагерь, конечно, это. Не, ну вас всегда лагерь, это был как бы эксклюзив. Образец. Эксклюзив. Хотя я тебе скажу, что у товарищей этих бобров у них тоже очень так даже по феншую все. Да, ты внутрь просто не заходил. И что я там должен увидеть? Ой, ёханы бабай. Народ, вы должны это увидеть. Я не знаю, насколько вы это увидите. Это двухкомнатная. Но. Андрюч, это для тебя такое надо. Как говорится... С Кешей. Это Кешин домик, это твой домик. Там же стенка разделена. Да, я вижу. Ну, я вам скажу. И пол. Да, очень я даже неплохо. Ну, это... Очень симпатичная вещь. Очень симпатично. А это такая только 3 на 3. Это та же как бы фирма. Турботент. Рекламирую. Замечательная австралийская палатка. Которая выстояла тогда, помнишь, 90 градусов? 90 километров она держит. Ветер. Прошу. Вопрос, сколько она стоит, такая палатка? Меньше, чем Карпова. Серьезно? Вот это меньше, чем Карпова. Ну сколько она стоит, скажи мне. Потому что мы как бы думаем сейчас на будущее. Где 1700-1804 от силы. Она продается здесь в Израиле? Да. Мой товарищ под это. Я понял. Это чуть дороже. Ну я понимаю, это побольше. Кабаль это... Не, ну она реально держит и дождь, и ветер. Вот тот ураган, когда мы выступали, помнишь, позапрошлый год? Я в трусах ходил. В палатке, в смысле? Да. А, ну, думал, ты просто ходил в трусах.
А ты не видел, да? Да, видел. Чем я ходил? Видел. Я и сейчас в красненьких могу показать. Так, мы в прямом эфире, нам не нужны твои красненькие трусы. Елена Викторовна, ты засвети мальчику спинку. А? Спинка, спинка, твой... спинка. Так. Шумбар. Шумбар. Наоборот, надо с той стороны зайти, чтобы ее спина светила. Не, вот так вот видно. Видно. Да, это шумбара. Это у нас был там шикарный Big Fish. Белый амур. Короче, вы, я так понимаю. 25 840. А, ну да. Ну, что вообще скажете, народ? Ваше мнение о происходящем. Фу. Интересно слышать мнение у всех команд. У всех оно разное. Ну, как бы есть общие моменты, конечно. Тяжковатый сектор, тяжковато раскачиваем. Тяжелое, тяжелое положение о том, что как было лет 5, наверное, 6 назад, помнишь? Вода тогда поднялась сильно. И у нас половина команд осталась без рыбы на больших соревнованиях. Потому что рыба сейчас с ума сходит, она не знает, что ей делать, куда ей дергаться. А самое главное, это уже конец января. Она уже разбежалась на мелкие. Но... А здесь глубина на 80 метрах уже. 10 метров. Почти 10. 9,5 метра. Ну, 10 метров. Это, еще, в принципе, нет, это еще терпимо. На 80 метров. Но бассейн можно же ловить на 70. А ну, она... Не в этом мы дело. Я имею в виду, что просто очень большая глубина. Рыба, карп, только... Ну, она не стайная абсолютно. Только одиночки. Туристы. Только туристы. Которых выгнали из стада, короче. Заскочил турист. А сейчас очень крупная ишра. Очень крупная. У нас было уже штук 12, наверное. Одна за одной. Все больше килограмма. Паровозят, как на хороший карп. Ну, мы сейчас вот там один мужик на лодке. Можно я присоединюсь? Который на троллинг ловит. На лодке. А, и бури поймали мы. Так вот, он вернулся, и мы попросили его показать свой улов. У него такая вот сумка. Полная вот таких вот усачей. Каждый где-то в среднем под двушку. Это на троллинг. Усакарп. Усакарп. Я тебе скажу, что вот сейчас вот эти румыны поймали карпа. Это карп. Блин, ну как он похож на ишри. Единственное, что хвост... Я тебе говорил, надо было не выпускать. Хвост отличается в том плане, что он более широкий, желтого цвета. Да. Как бы, а мы отпустили там килл на 2. Морда, то есть как бы рот-то вниз. Крупная он, чешуйка. Да, ну как он и карпин, ну, такой же, как карп. Только ну не знаю, мы отпустили, я как бы был тут Даник был, говорит, да ну это говорит, усач. Не, смотри, вот на то, что мужик нам показал, с усиками, там рот, четко понятно, он не карпы, он у него прямой. Да. А у этого рот как бы обычный, нормальный. Нет. А, ты имеешь в виду, как клюв, да. Не, одна была реально буря, у него да, рост вот такой. А один был где-то за килограмм, где-то полторушка где-то. Мы его отпустили, потому что это был Даник, это усать. Ну что, я не знаю, сейчас желтоватый. Нет, Даника он оставил, мы его отпустили. Я говорю, да не позволите. Можешь у него спросить? Очень странно то, что сегодня Гадя мне сказал, что очень много появилось кинерити гибридов. Ну, близкородственное смешивание, скрещивание. Да, он был очень похож. Шарики давай. Все, на базе. Вот. Мы можем да, говорить и работать. Можно? Хорошо, ну в принципе да, у вас есть еще 40 минут, а у меня еще есть на пару минут батарейки. Мы с удовольствием дадим интервью в процессе трудовой деятельности. Просто как бы не люблю я мешать. Нет, приятное коллегия. Мне это не мешает абсолютно. Ну что это? Шарики. Мурарики. Рабочий момент. Кеша, тут понимаешь, вот ты подойди к этим румынам и посмотри сам. Ну я даже не знаю, что сказать. То есть хвост конкретно карповый, ну просто. А туловище, блин, как у ишри. Непонятно. По поводу замен, да, замены разрешены, если они заявлены заранее. Если замена была заявлена, она была заявлена, то она разрешена.
Я не знаю, кто вы. С вашим ником очень сложно понять. Может быть, ты знаешь, Андрей? Кто? Кто такой Фивапор? Я извиняюсь, был просто звонок от одного из участников, который прервал мне, естественно, стрим. Если он мне опять позвонит, я его прибью. Есть главный судья, пусть решает все вопросы. А он в чате пишет? Нет, он мне позвонил. А, Фивапор, который Андрей. Андрюша, это ты? Он написал в чате этого стрима. Ну, в эфире. А, ты сказал, что мы остались вдвоем? Ну, он же услышал тебя. Вы же были в эфире, когда ты это сказал. Ага. Что Рави уехал. Он сказал, что он вас не бросит. Продолжается разговор. Третья попытка продолжить эфир из сектора команды «Лидер». Как ты в прошлый раз орел? Вышел утром на берег. Кто орет? Лидеры кормятся. Следующая отписка. Вышел на берег, лидеры тащат. Ну как бы тут чуть-чуть до тащут осталось. Не, если бы ты пришел буквально часа полтора назад. Было бы тащу. Да? То ты бы увидел, что такое за 2 часа 12 тысяч. Я видел, что такое за 5 минут 5 самов. Не-не-не, спасибо. Кого? Вот этого, пожалуйста. Только... Кричевич. А? Кричевич. А. Спасибо, нет. Не, молодцы, смотри, они работают. Ребята работают, молодец. Не, там они работают, у них есть своя программа, они в нее верят. Поэтому... Смотри. То же самое было с Сережкой Песковым. Они первый раз тоже со своей программы приехали, наловили самов. Но они, по-моему, выступили хорошо тогда. Выступили хорошо. Ну, Андрюш, согласись, что там, где есть самы, есть и карпы. Они хоть... на поверхность они... сейчас вылетают, мы видим, да, вот хвостом бьет мелочь. Большие самы вылетают вот там, где вот я кормлюсь. Вот сейчас кормили с помпом, это было, это просто были олимпийские игры самячьи. И прям хвостом мальков забивают по сути. Вот опять, Андрюшка, можешь ловить момент. Вот сейчас. Ну я боюсь, что просто с качеством записи этого Фейсбука вряд ли мы что-то там увидим. На Фейсбуке? Да. На YouTube надо переходить. Ну так уже начал как бы и... Потому... Я тебе объясню, в чем проблема. Дело в том, что на Фейсбуке, по крайней мере, у меня намного больше подписчиков, ну, чем на YouTube. Причинам, да. И на YouTube получится, что это будет только запись. Это не будет прямой эфир. Кто, почему? Кто... Тёма же ведет прямые эфиры. Сколько у него подписчиков, ты мне извини. Есть разница, если у него там... сотни, да. Если у него там пару сотен тысяч подписчиков, которые следят. Ну, ты блогершей будешь, Лена. А мы сейчас сделаем эксперимент. Есть же блогерша, как это? Катя? Катя, Катя, Катюшка. Хорошо. Я думаю, что если я завтра как бы поеду, съезжу на север, то может я попробую сделать именно стрим на YouTube. Посмотрим. Что ты? Попробую сделать стрим на YouTube с, ну, северной зоны. Дугит. Посмотрим, как оно пойдет. Если пойдет, значит будем и там делать. Жаль, что нельзя делать одновременно на, два, на две платформы. Занька, там дно видно? Да. У меня все посчитано. Как же шарик? Не посчитано. Дрон. Да, не женись, я понял. Тебе уже поздно. Да, такая же. Сумасшедшая. У моей синий пояс. А, то есть там тебе надо себя аккуратно вести, да? Я понял. Там такой удар левой ногой. Андрюха. Моя самая лучшая. Хе-хе-хе. Все бабы как бабы. А моя богиня. Да. Вот богиня стоит. Да. 43 килограмма тренированных нервов. Как энерджайзер. Такого, как я, выдержать очень тяжело. Ну, ты сам сказал. Ну так. Но. Но. Юбилейный 30-й год. Да. Что ты говоришь? Да. 30 лет, вы 24 февраля уже. Ну, через месяц. Офигеть. Даже уже меньше получается.
отметим на фунбаре. Колесников за оладиками не захотел скотина, я его сам, я сам ну сами съели оладики, да? Привез ему, обещал с медиком оладиков. И с малиновым вареньем. С малиновым вареньем. Львам привет от судей. Передает главный судья. Спасибо. Вот и все. Врагу не сдается. Наш гордый лидер. Сразу вам лайк пошел. Лайк? Спасибо. Ставим лайки, подписываемся, да, не стесняемся. Ну как удачно получилось, что, в общем-то, и темнеет немножко уже, и как бы батарейка заканчивается, но я успел весь этот берег. Да, смотри, какой гламурный вспом. Опаньки. Кстати, Tacklebox выпустил вот эту фигню. В Англии мы сейчас были там. И каждая покупка вот такого вспомба, это отчисление 2 паунда. На детей, болеющих раком. Андрюша, там лежит твоя маечка, подписанная Ли Джексоном. Кстати, я надеюсь, у тебя экстра ларч. Да куда? Ну куда там экстра? Хочешь сказать, что 2X? Ну я могу и 3 надеть. Но это не плечи, это живот. Но будет живот, конечно. Стрейч, будет стрейч. Короче, они вот такую сделали акцию. Вот. И мы, значит, прикупили вот эти вот. Хорошая? Ну так это же обычный, нет? Давай посмотрим. Вот смотри. Ну как бы обычный спомб, я не знаю. Обычный и обычный. Чем он отличается от необычных? Чпок. Смотри, как он сексуально выходит. Фуксия. Да. А, ну то, что видно хорошо, но то, что он что-то выходит, тут у них у всех одна и та же проблема. Ну блин. Вот за что я спомбы не люблю. Вот эти, по крайней мере. Ну, смотри, тот спомб выходит замечательно. Я тебе скажу. Ходит и выходит. Глиттер выходит. Андрюха, ты на таком красивом фоне у меня сейчас получаешься. Да, фон сейчас вообще великолепный. На фоне заката с сиреневым спомбом. Ну, смотри, это у вас, у женщин, есть гваним, оттенки. Лена сказала, я хочу розовый спомб. Ну, не потому, что я его как-то Кеша, отключи искала. Свой так, Т9. Так совпало, скажем, так совпало. Розовые способы. Дело в том, что я искала долго именно женскую одежду, линейку женскую. Зато Нэш выпустили... Голубой тот спом. Я наконец-то нашла Tacklebox. Именно на удивление мои размеры оставались нетронутыми. Да, Кеша, выпустили линейку уже. Подожди, ну, еще раз, отключи Т9. Это очень, очень симпатично. Правда, сейчас в Вейдерсах ничего не видно. На дно лег. Он открылся или нет? Да он открылся, но он переплеснулся, видимо, там при ударе. Может быть, там еще бровка есть. Ну, не важно, там есть пустые. Что он тянет? Он что-то тянул. Опа! Львы что-то тянут. Ага, с помбом. С помбом тянут, а, что-то. Ты будешь смеяться, Андрюшенька? У меня была поклевка на марке. Помнишь, Лена? Да, да. Что мы тянем? Ну что-то тянем, давай. Не вашу жлёзку, явно же не вашу. Она боком идет вообще. Она боком вообще идет. Это как карп, когда боком тащишь. Ну, ты тут раз возле берега как-то. Кеша спрашивает, это чей спомб? Спомб? Нет, чей? Спомб? Ну чей, откуда? Твой или Ленин? Наш. Это все колхозное, это все мое. Короче, это наше. А, это все ее. Андрюха, это Степчин. Я просто при ней. Степчин спрашивает, запустят ли его на замену. Ну, Андрей, ты знаешь, проблема. Тебя же не заявляли как замену. Как бы. Надо советоваться с главным судьей. Потому что официально ты был, не был заявлен.
Ах, какая красота, слушай. Я считаю, это достойное завершение сегодняшнего дня и сегодняшних эфиров. Hi, Willy. В лучах заката. Шидору берусит, слахли. Кикуца. Это берет русит. Кстати. Полчаса. Все, народ, давайте я буду завершать этот эфир. Всем большие приветы. Ёжик. Ни хвоста, ни чешуи. Команда Лидер всем передает большой-большой привет. Удачи на тянутых лесах. Ни хвоста, ни чешуи. Ни хвоста, ни чешуи. К водяному. Я тут салка.